играть в интересную игру. Да. Называется «Во». Читать не умею, поэтому не буду говорить, как называется. Коровка. Коровка пусть будет. Если не разберемся, выкинем или сожжем. Да? Ух ты! Игра, коробочка. Правила, как играть. Ну что, поиграем? Читай, мама, правила. Ты читать умеешь? Нет, мама, читать. Умеет? Выложите на стол первую карточку с любым взрослым животным. Угу. А потом? А среди оставшихся нужно найти детеныша, ребенку предложить. Так, поиграем? Да. Начнем, значит. Взрослого надо, да? Взрослый. Это кто у нас? Это Алина. А это? Это девочка. Лисичка. Нет, лисичка. Вот лисичка. А дальше что нужно сделать? А теперь с детенышами, да, ей остальные картинки с детенышами, она должна найти ребенка. Ребенка, значит, должна найти. Надо же было говорить. Я и сказала. Ага. Сейчас я тебе детенышей повыбираю. Так. 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 Ну, для тебя лишь головой детеныш. Вот тебе, на. Выбирай детеныша. И вот теперь найди, где лисичкина дитё. Ребеночек лисичкин. Ищем, ищем. Где же... О, правильно. Как он, а как он называется? Лисячка. Лисенок. Лисенок. Вот так его ставим. Теперь, папа, следующую картинку давай. Нет, мы будем в поезд играть, мама. Вот так. Теперь следующую картинку. Вот. Это кто? Это кто? Коровка. Коровка? Корова. Вот тебе найди, корова. Найди ребенка коровы. А ну ищи. Не знает она. Как он называется? Теленочка-коровка. Как называется? Теленочек. Теленок. Давай. Только я предлагаю вам составить два поезда. Домашние животные и дикие животные. Хорошо. А теперь у нас будет дикий-дикий животный. Лица. Вообще-то это... Лев. Лев. Да. Ну пусть будет лев вообще-то. Как вот называется ребенок? Ребенок на медвежат. Нет. Нет. Взрослый у льва. Лев. Взрослый лев, а маленький львенок. Правильно. Ставь. Вот так вот. Да? Да. А теперь играем злого-злого медведя. Вот медведь тебе. Кто найди у медведя? Найди нам детеныша. Сейчас будут домашние животные. Это кто? Медвежонок. 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 А теперь тебе свинка. Свинья. Свинья, свинья. То, что поезд не делаешь. А как она будет перевернутая? Вот так. А. Свинка. Нету? Переворачивай с другой стороны, смотри. Мы искали кого? Коров. Нет, у свинки кто должен быть? Маленький коровка. Ну как коровка у свиньи может быть. А, не коровка. Нет, не коровка. Коровка, не коровка. Вот она. Кто? Это кто? Свинка маленькая. А как называется? Как называется? Свинья. Парика. Поросенок. Поросенок. А теперь домашняя у вас будет овца. Да, овца. Вот. У овцы маленький.
Овцёнок? Ягнёнок. Ягнёнок. Хорошо, теперь самая сложная задача. Кто это у нас? Это мышка. Мышка. А у мышки кто ребёнок? Кто ребёночек у мышки? Мышка маленькая. Мышонок. Правильно, угадала. А теперь будет лошадка. Вот. Я нету. А ты поищи. Вот она. У лошадки как ребенка зовут? Как ребеночка зовут? Лошадка. Жеребенок. Жеребенок. У овцы ягненок, а у лошади жеребенок. Жеребенок. А вот у зайчишки. Зайчишки. У зайчика, у зайчихи. Кто? Поверни. А кто должен быть, ты знаешь? Вот кто это? Зай. Зайчонок. Зайчонок. Зайчиха? А теперь зайчонок. Берем слониха. Слониха. Вот слониха. А у слонихи ребенок как называется? Слоненок. Молодец. Зайчонок. Жеребенок. Мышонок. Ягненок. Поросенок. Теленок. Лисенок. Львенок. Медвежонок. И слоненок. Слонишка. Слоненок. Молодец. Нога.